Чемпион России по брейк-дансу Евгений Смирнов готовится к выписке из краевой больницы. Туда он был доставлен 7 мая после ампутации ноги в сочинском лечебном учреждении. Танцор попал в больницу после аварии. Мы первые, кто пообщался с Евгением после операции. Ну, меня сейчас врачи вылечат еще немножко, и я приду домой к вам. Вы меня ждете? Племянницы из Сочи не могут приехать в Краснодар, но регулярно общаются с дядей Женей по интернету. Из реанимации Евгения Смирнова перевели только 3 дня назад. Но палата номер 920 уже самая известная в краевой больнице. Друзья и родственники здесь появляются каждый день. Я считаю, что я не имею права просто сейчас отчаиваться и уходить в себя после того, что они для меня сделали. О той аварии в Лазаревском районе Сочи теперь знает вся страна. 1 мая после столкновения с автомобилем чемпион России по брейкдансу оказался в тяжелом состоянии на больничной койке, а через несколько дней на операционном столе. Чтобы жизнь, врачам пришлось ампутировать ногу. Они спасли мне там жизнь. Им привезли, как сказать, кусок мяса. Отдали, сказали, извините, вот мы накосячили, будьте добры, что-то с ним сделайте. Почти сразу же после аварии друзья Жени в социальных сетях развернули целую кампанию в поддержку танцора. В нескольких городах России были организованы концерты. Когда пришел в себя, рассказывает Евгений, такая поддержка во многом и помогла справиться с тяжелыми мыслями. При каждом движении Евгению больно, но парень не жалуется, хочет быстрее домой. И несмотря на советы врачей, повременить с выпиской не собирается оставаться на больничной койке. Сегодня ему разрешено уже было выходить на улицу. На каталке увозили друзья. Он долгое время был на улице, уверенно идет на поправку. На следующей неделе, скорее всего, он будет выписан домой. Сейчас он пока неохотно смотрит свои видеозаписи с прошлых выступлений, но уверен, что на сцену обязательно выйдет. Тем временем краевая прокуратура проверяет действия врачей Лазаревской больницы, а по факту ДТП возбуждено уголовное дело. Борис Максудов, Дмитрий Ланин, 9 канал, Краснодар.